Интеллектуальную транспортную систему запустили на улицах Барнаула. Благодаря ей движение на дорогах краевой столицы будет быстрее и безопасней. Пока оборудование работает в тестовом режиме, его установили на оживленных перекрестках города. Была взята магистраль улица Попова, потому что она в себе содержит как и трамвайное сообщение, и автобусное сообщение, а также достаточно большое количество грузовых автомобилей, в принципе, большой вместимости и легковых автомобилей. Опыт специалисты переняли у Красноярска. Там система работает не первый год. Наш регион пока только подключается к федеральной сети. Работы ведут по проекту «Безопасные и качественные дороги». На установку оборудования выделили 299 миллионов рублей. На 7 участках города уже установили 12 светофорных объектов. Это контролеры и детекторы. Детекторы транспорта работают в совокупности с дорожными контроллерами. На основании данных, получаемых от детекторов, дорожный контроллер может гибко управлять длительностью фаз. То есть при возникновении пробки по какому-то направлению он может увеличивать, либо при отсутствии трафика, соответственно, уменьшать длительность фазы, перепуская поперечный поток.